Я счастлива сегодня, как никогда. И это не случайно. Ведь вчера мне выпала возможность быть участницей и предоставлять педагогическую общественность на Республиканском женском форуме «За Беларусь». Побывав на этом форуме, я еще раз убедилась, что наша любимая Беларусь непобедима, независима. Об этом ратовали все женщины Беларуси. Мы вместе, мы сила. Живое общение с главой государства придало силы и уверенности в завтрашнем дне. Дало понять, что мы педагоги, мы женщины, под надежной защитой нашего президента. Хочется сказать отдельные слова благодарности организаторам этой встречи. Спасибо вам. Встреча оставила незабываемые и яркие впечатления.